Дэн, это фунтик в кайтачке стоит? Он же тебе денег должен, да? Он попросил немного отложить. Здорово, Фунтик! Тима! Здорово, братан! Где деньги, Фунтик? Жопа вообще, Тим. Малого-то мусора замели. Всем районам бабосы собираем. Я вообще на мели. Дэну вон звонил, говорил, что через неделю отдам. Телефон покажи. Чё? Мобилу покажи. Я ошибаюсь, или эта штука стоит в 2 раза больше, чем ты нам должен? Ништяк вы, пацаны, на мели сидите. И девушка у тебя зачетная. Не те лярвы, с которой ты обычно общаешься. Спасибо. Это что ли? Чувак, это эконом-вариант. Я тебе говорю, вообще на нее что-то ни копейки не трачу. Ротик свой закрой, иначе на автобусе в деревню погонишь. Нормально у меня деревня. 2 дня, Тим. Отдам. Отвечаю. Давай, Фунтик. Мадмуа, прошу прощения за неудобство. Тим, пока! Друг мой. Че, поехали через двор? Руголя дадим? Зачем? Ну, тачка надо сверкнуть. Перекосил от зависти. Сейчас у тебя перекосится. Сегодня докторша идет ко мне домой фильм смотреть. Ништяк. Отлечь тебя сегодня. Сумерки одолжишь?